Спасибо. Друзья, и в сегодняшнем выпуске я хочу сделать маленький обзорчик на классную игрушку. Поехали! Наверняка каждый из вас знает, кто такой Марио. Ну, чувачок в красной кепке с усами. Ну вот как у меня на футболке. Так вот, сегодняшняя игрушка будет связана с этим персонажем. Это Марио Карт, огроменная коробка. Ну что, меньше слов, больше дела. Распакуем ее. Вот наш красавец. В комплекте идет инструкция, зарядное устройство, пульт, батарейки для нашего пульта, два конуса, аккумулятор для нашего Марио и сам Марио. Судя по комплектации, наш Марио уже готов к гонке. И перед этим я его хочу хорошенько рассмотреть. Как я вам говорил, Марио наш в красной кепочке. Кепочка резиновая. Как написано в инструкции, наш Марио сделан из сверхплотного пластика. На капоте у него нарисован логотип Марио, а спереди защитный бампер от столкновения. У нашей машины колеса сделаны как настоящие. Они пневматические, у них накачан воздух. А самое главное, подвеска наша на амортизаторах. Кстати, чуть не забыл, когда колеса поворачиваются, Марио наклоняется, имитируя поворот руля и занос в машинке. Смотрите. Вы, наверное, заметили, какие у него огромные выхлопные трубы. Ну что, вроде бы все рассказал, осталось ее проверить на тест-драйве. Вот мы и на улице, давайте протестируем нашего Марио. Сейчас я активирую пульт и машинку. Здесь вот у нас кнопка. Активировали. Теперь активируем пульт. Активировали. Давайте ее запустим. Поехали. Ну что, как вам машинка? Лично мне она очень понравилась. Друзья, пишите в комментариях, на какую вы игрушку хотели бы увидеть обзор на нашем канале. Обязательно подпишитесь на мой канал, ставьте пальчики вверх. А также не забывайте, что на нашем канале выходят каждую неделю прикольные обзоры на Лего. Всем пока!